Joined Team Ban. Итак, добрый день, дорогие друзья. Начинаем мы с вами трансляцию матча Tong Fu Vichy Gaming в рамках третьего сезона The Summit. Добро пожаловать, вот как-то так. Так, давайте посмотрим быстренько, что у нас там с трансляцией. Вроде бы все в порядке. Да, все окей. Ну что ж, давайте тогда переходим сразу же к драфту, потому что есть тут на что посмотреть, есть что обсудить. Вот неожиданно, ну не то чтобы неожиданно, но Ио первым баном обычно вот как-то берут там джиггернаутов троллей, но в любом случае тролль у нас в бан попал. Вот, наверное, даже более неожиданно, что Триан Протектор убрали, потому что как-то вот, ну, что ли, больше вот в современной доте мы привыкли, наверное, к банам снайпера, там, СФа или что-то такое, вот, чем Триан Протектора. Ну да ладно, в общем. Самое главное, что с другой стороны, раз уж эти герои не в банах, то могут они у нас в драфте появиться, и тем интереснее будет игра. У Tong Fu, как вы видите, уже Квапа и Рубенчик имеется, вот, а ВГП, Vichy Gaming Potential, СФчика себе приобретают, Шейкера и еще и Акса. Ну, то есть довольно-таки сильный сейчас состав, в общем, сильный пик у ребят. У нас по-прежнему Vichy Gaming Potential не отображает состав, но, в общем, такое. Будем считать, что это маленькая такая проблемка, с которой, в принципе, мы сможем все с вами смириться. Сайленсер, ух ты. Ух ты, это интересно. Сайленсер. Ну, смотрите, что у нас получается. То есть, как бы, пока что Vichy Gaming, в принципе, завязаны на скиллах. То есть, как бы, у Шейкера одна пассивочка, да, у Акса пассивочка и у СФ, ну, две, грубо говоря. Но все равно скиллов там очень много, и они весьма-весьма полезны. Поэтому, если будут под врыв квапы, под инициацию включать Silencer, ну, то есть включать Global. Кстати, еще вот еще Илина появляется, ну, вообще просто шикарно. То есть Silencer реально здесь сейчас будет, ну, мне кажется, он даже обязан выходить в какой-то мида сразу же и там фармить себе рефрешер Аганим. Что-то такое. Ну, на самом деле, Аганим рефрешер или рефрешер Аганим — это уже дело лично Silencer. В принципе, я, честно говоря, вот после изменения этого самого глобала, который теперь с Аганимом не удлиняется на секунду, больше склонен к тому, чтобы рефрешер собирать, но, в общем, это дело лично каждого, потому что там можно по-разному подвести к этому, то есть можно и так посмотреть, и с другой стороны посмотреть, вроде бы как и ману выжигать полезно, и хп тоже выжигать неплохо, да, вот это вот потихоньку они тикают, ну, считайте, что Радианс, допустим, у Сайленсера, да, потеря, допустим, урона 65, 65 магического урона, это даже больше, чем Радианс, то есть вот, грубо говоря, длительность 6, да, вот на 6 секунд у вас будет, грубо говоря, там эффект Радианса висеть на противниках, на всех причем, где бы они ни находились, поэтому, ну, почему бы и нет. Ну, в любом случае, как бы, у Tong Fu с пиком пока что хорошо все, но у них три героя, заряженных на интеллект, Квапа, Рубен и Сайленсер. И вопрос в том, что теперь на кого-то кэрри добирать и какого-то парня типа Акса, чтобы он мог впитывать в себя урон. Джиггернаута забанили, Джиггернаута не дали. Ну, например, может Медуза впитывать в себя урон, она такая будет и впитывать урон, и еще его наносить, но уже на более поздних стадиях игры. Так, ну вот Тайдхантер, отлично, просто давно я не видел Тайдхантера, вот так хотелось на него посмотреть, наконец-то на этого арбузика просто полосатого нашего с вами старого знакомого. Ок, Тайдхантер, Сайленсер, ну пока все смотрится очень даже хорошо, и я так понимаю, тогда подрыв Тайдхантера будет использоваться глобал, то есть блинк Ravage. После этого глобал, Квапа дальше тоже блинкается, и, собственно, все. Ну вот сейчас можно, кстати, и Медузу пикнуть. Потому что если этот Тайдхантер накрывает, допустим, троих-четверых своим ультимейтом, то за время, пока парни будут стоять в дизейбле, в стане, Медуза тоже ультанет, и когда длительность стана закончится, то там буквально через несколько мгновений все позамерзают. Ну, единственное, что надо успеть дать магический прокаст Квапы до того, как там, как бы, замерз. Потому что магия плохо работает с ультиметом Медузы, но, опять-таки, как бы, у Квапы все равно есть чистый урон. Только Scream of Pain там, если что, не зайдет. Ну, это такое. Посмотрим на Лайстиллер антимаг. Подождите, а если антимага забанили, значит, сами планируют Медузу взять? Или как?
Нет, планируют взять Сларка, ладно. Планируют взять Сларка. Кстати, вот Тонг-Фу могут не только над Медузой думать, они могут и Лансера себе попробовать взять, и каких-то других кэрри. Ну, то есть, сейчас пул, в принципе, велик. Можно, ну, давайте подумаем, кого можно. Можно попробовать Разора взять. Вот, например, вчера очень неплохо Уилл против Not Today играли. Против Сларка они взяли Сикера, Блуд Сикера. И вроде бы выиграли. Ну, не вроде бы, точно выиграли эту игру. Там, правда, конечно, непонятно на самом деле, почему они выиграли. Но, короче, Сикер там Сларка разбирал. Так что, может быть, и сейчас мы увидим появление, собственно, Сикера. Ну, а может быть и нет. Ну ладно, в общем, нет, это Бристлбэк, это кэрри Бристлбэк. Ну хорошо, пусть будет так. Пусть будет кэрри Бристлбэк, ну тогда... А что тогда? Тогда будет... Ну, в общем, бёрст дэмэджа тогда особо нет. Ну хотя как, смотрите, если Тайдхантер там прыгает Рэвэдж, Кавапа тоже ультимейт Scream of Pain. По сути, там еще Рубент Файтболт нам бросит, там Сайленсер. То что-то, ну... Как... Короче, ладно, это такое. То есть быстро убить получится только саппортов, допустим, Лину Шейкера или каких-то героев, которые уже будут подхорашены. Потому что Брист, ну, не обладает таким вот убиваторским, что ли, потенциалом. Так. Секундочку, друзья. Вот так вот. Ну, как вы видите, небольшие сейчас проблемы. Тонг-Фу, тогда давайте быстро пробежимся по составам. Так, ВГП начнем давайте со Сларка. Где там Сларк? Не видно Сларк. А, вот Сак. Секрет на Сларк играет. Янг на Аксе. Что там? Лина Джеймс. Джеймс на Лине. СФчик. Вот так вот. С. Лавдуи. Ну и последний игрок это Шейкер. Dogfights. Что же касается их оппонентов, то состав Тонг-Фу вот такой вот. LPC на Сайленсере. King J на Квапе играет. Рубеном будет управлять... Где там Рубен у нас? Ксин на Рубене. Ю-Ю-Ю. Бристлбэк. И Тайдхантер. Эксбинго. Ну, вроде бы все хорошо. Вроде бы Рубен переподключился. Все в порядке. У Ксина никаких проблем... Думаю, в дальнейшем не возникнет, но поэтому можем спокойненько с вами продолжить наблюдать за игрой. Так, Тайдхантер, конечно, закупился на славу. Смотрите, 8 танга, еще и, собственно, Хилин Сальви, 2 тангусика, Вардецкий. Ну, сразу же побежал тут Вардецкий ставить. Окей. Кстати, ВГП в свой лес не бегут, то есть свои инвестиции особо не защищают. Ну, там на самом деле у них лесника-то и нет. Поэтому можно не бояться там того, что противники зайдут, там все перебанят, все споты, и лесник ничего не вывезет. Ну, хотя как, лесника нет, а это ведь Акс, да, то есть Акс может изначально сразу же даже в лес идти, на сложную не идти, но видите, пока планирует Акс, что он все-таки сможет каким-то образом там постоять сложно, и не придется ему сразу бежать в лес. Но с другой стороны, даже если так, то тут, смотрите, Сларк занял позицию в центре леса, то есть если что, то вот эти вот два спота для Акса будут свободны. Ну, то есть там никто их не забанит. Ну, в общем, и сами Тонг-Фу тоже особо там не хотят по лесам бродить. Вот стоит Бристлбэк сейчас на Руне и готовится ее защитить. Ну, кстати, вот вы смотрите, что сделали ВГП. Они просто переместились полным составом сюда вот вниз. Ну, тоже, по сути, рунку себе заберут. Да, спустился Тайдхантер, посмотрел, что там как бы не судьба. Ну, придется смириться. Придется смириться, зато можно успеть добежать до Карипоп и еще блокировать их какое-то определенное время. Тем самым линию немножко сдержать. Ну хорошо, так. Что там в центре? У нас в центре... Так, вот, смотрите, как интересно у нас получилось. Бристлбэк в миде вместе с Сайленсером. Ну, Сайленсер вот так вот агрессивно сразу же работает против СФа. Однако у СФа тоже есть помощник. Вот он самый, этот самый Шейкер. Видимо, Фиссуру уже бросал, видимо, крипов. Слушайте, вот сейчас можно Фиссуру отрезать. А и хорошо отрезать, кстати, вот никуда не денется сейчас Сайленсер. Ну вот просто плохо, что Кайлов нет. Так что Сайленсер спокойно убежит. Ну да.
Ну, вот может быть как раз та ситуация, когда было бы логичнее взять Кайлы на первом левеле. Ну, кто же знал, что так вот оно получится. Что-то может 2-1 у СФ, а 3 души есть. Неплохо. Весьма неплохо. Так, у нас получается Тайдхантер сложная стоит. Сайленсер потихоньку переместится вот сюда в триплу. Кинг Джей на фармящей квапе. Ну, интересно, интересно. Ну, в общем, такой, не знаю, у меня еще не было опыта наблюдать за СФ-чиком против Бристлбека. Может быть, это к чему-то интересному и приведет. Ну, тут Янг вообще никого не боится, не стесняется, потому что Сайленсер там особо ему сам ничего не сделает. Тем более, бросал уже он там Last Word, что успел запулить успешно Янг. Так что линия в любом случае в его сторону продвинется. Так, а Бристлбек? А Бристлбек, ух ты, а Бристлбек-то взял Гул, взял Слизь. Хм. Ну, может быть, думал, что как-то попробовать у них... ну, в общем, получится вот он фу каким-то образом СФа зацепить. Или что-то такое. Ну, Сайленсер же нельзя там приходил, но, с другой стороны, был помощник у СФа, так что не получилось. Ну, ладно. Ну, теперь надо ждать третьего, хотя на третьем левеле вот возьмет, конечно же, Квиллен Спрей. Ладно. Ну, пока спина еще не спасает Бристлбека, но это такое. Я думаю, в скором времени все будет хорошо. На хасте, а вот на хасте Шейкер это опасно. Ну, правда, конечно, тут его Тайдхантер нашел, поэтому Шейкер уже не сможет так вот нежданчиком, что называется, прибежать к Бристлбеку. Хотя вот можно Тайдхантера попробовать понапрягать. Но опять-таки у Тайдхантера есть Анкар Смэш прекрасный, еще и Кракеншелл, так что особо Шейкер, смотрите, вообще его практически не пробивает. Ну, зато хотя бы, ну, можно сказать, что там вынудил какое-то время убегать, не находиться на линии или что-то такое. Это пауза у нас небольшая, но все в порядке, возвращаемся мы назад. Окей, ну Шейкер тоже. Коса как раз закончится, аккурат, когда он будет в своем лесу. Чем у нас занимается Лина? Лина у нас, ну, якобы должна стакать для Акса. Акс вот горелочку набрасывает на Сайленсера. Ну и сам тоже получил Last Word. Угу. Слушайте, ну у СФ все прекрасно. Честно говоря, вот не сказать, что Бристлбек слишком там сильно от него отстает, но и не сказать, что какой-то вот он может навязать ему борьбу. То есть что-то там бегает, колючки бросает, крипов добивает, если получается. А СФ чувствует себя здесь, ну, вообще как бы великолепно. То есть никто ему ничего делать не может, никого не боится. Тем более у него прекрасно есть прекрасный вард вот в этом месте. Видно и руну, и если вдруг кто-то там будет подходить. Акс вроде бы как контролирует вот этим вот тоже вардом перемещение саппортов, которые там якобы могли бы прийти ганги совершить на СФа. То есть, собственно, вообще ничего не боится СФ. Ну вот как-то так. Бодл прилетает. Угу. Ну ладно. Так, сразу же Кайлы пошли. Ну почему бы и нет, Боттл как бы восполнит недостаток маны и отправляется за руной. Ну, кстати, на руне что-то может и произойти. Так. Ну, то, конечно, тут численное преимущество Тонгфу, хотя, смотрите, ждет Койл и отгоняет. Сейчас же еще может быть Койл. Средний Койл не достает ренджи, хотя вот решил забрать Сайленсера. Но тут еще и крипы, понимаете, помогают СФ-чику. Вот надо дальний, есть ренж, есть, хорошо, в ренже это можно двоих сделать, даблкилл, эй, вот он, First Blood, достается ССС, забирает он Сайленсера, ну, неплохо. Ну, там, если бы чуть-чуть раньше дал кол, возможно бы, слушай, так сейчас еще Бристлбек будет забирать, есть фиссура, есть стан по таймингу, и Бристлбек погибает. Ну, вот так вот. Неплохо. В общем, то, что должен был сделать Бристлбек одним кайлом, в принципе, помогла ему сделать команда. Так, дабл килл или нет, или не дабл килл. Да, 2-0, ну, то есть, игра она не засчитала вроде бы за дабл килл. Такой вот файт рекап, который можно, в принципе, пропустить. Ну что ж, неплохо начинают ВГП, очень даже неплохо. Солидно, я бы так сказал. Опять пауза, ну, видимо, какие-то проблемы там, что-то случилось. Ну, ок. Ок. Джеймс пишет, ребят, извините, что-то там произошло, я не знаю, что означает этот иероглиф. Ну вот, 5 мс, это что такое 5 мс? 5 миллисекунд, типа пинг. То есть вот настолько жесткие китайцы, 5 миллисекунд, это уже большой слишком пинг. Надо вот, чтобы 0 было. 0, тогда можно сражаться.
Ну, здесь, правда, нет таких героев, которым прям вот совсем... Ну, был бы Пак, тогда ладно, а так... Хотя, ну, СФ, ну, СФ что СФ? У СФ там кастпоинт очень большой. Ну да ладно, ну да ладно. Что у нас там по стакам? Давайте посмотрим. Один стак. Здесь иллюзия Тайдхантера. Тут тоже дабл стак. Ну, здесь просто големы. Так, Шикер возвращается в игру. Как-то у нас, видите, постоянно возникают паузы, но, правда, они небольшие. То есть там полминутки, 30 секунд, 10 секунд. И мы продолжаем, продолжаем, продолжаем. Тем временем у King Jet'а как-то не очень много ему, мы ему внимания уделяем, но потому что в основном там на центре, конечно, какие-то заварухи происходили. У King Jet'а 25 крипов, 80. Да, ну он стоит точно так же, как и Сларк, и как SF. Вот что самое важное, и SF даблкил уже сделал. То есть, расчет Тонгфу как бы был мне изначально понятен, если бы они все-таки вместо Бриста взяли... Медузу, то есть они могли бы там терпеть, в лейте бы они были сильнее, но у них бристлбэк. И этот бристлбэк, более того, так, там, что там нападение на Акса, на Янга. Ну, такое. Ну вот, так была бы у них медуза или там что-то такое, прям совсем уж хардкэри, тогда бы это все смотрелось очень даже неплохо. Ну а с бристлбэком еще и который пошел в мид, и, к примеру, так, Тайдхантер, и вот тут зацепили Тайдхантера, и, к сожалению, Тайдхантер тоже приехал, есть два сейв ТП, но, хотя, вот, кричит и уходит в ультимейт Сларк, поэтому спасается, нет, прыгает хва подальше, хочет хотя бы Шейкера забрать, Шейкера подрезала, и дальше, да, попробовать что-то сделать, хотя бы, ну, уже не получится, в принципе, да, она может сократить дистанцию, может блинк дать, но только через 5 секунд, к тому времени Сларк уже будет далеко, он, может быть, даже Бриста сейчас попробует подцепить здесь. Ну, нет, возвращается назад. Рун тайм, время руны. Но с Квапой, наверное, он не сможет посоперничать за руну. Даже не попытался. Окей. Ух ты, все выложил. Даже... Ну, только Продасики оставил. Странно. Странно. Давайте быстренько посмотрим, что у нас по левелам. У нас 7, 2 6, 2 5, 2 4, масса 3, ну 3 3, да? То есть сейчас у ВГП по левелапу немножко лучшие дела. У них очень сильный SF и Сларк. Ну и в принципе силу SF уже свою показывал. Сейчас вот он с дабл дэмэджем. Тут еще у него на подхвате Шейкер. Я бы на месте... Ю-ю-ю, посидел бы там где-то под тавером некоторое время, пока СФа попустит немножко, пока закончится дабл дэмэдж. Ну вот дабл дэмэдж уже прошел, и можно спокойно выходить. Ну не то чтобы спокойно, конечно, там все равно Шейкер. Я, кстати, вот, подождите, а тут есть вард, ну, соответственно, вижу на Шейкера тоже имеется. Значит, спокойно не получится выходить, потому что понимает, есть там противник, может он подцепить фиссурой, может быть быстро не убьют, все-таки спина есть, которая там защитит, если что, но неприятности доставить очень даже могут. А отводик делает Джеймс, так, отводик успешный. А ну-ка, если у тебя, ну, вот плохо, что нет нечем прогрызть вот здесь, а, ну да, можно и так, по сути, так тоже можно. Акс пошел стаки фармить. Ну, по-моему, пока все в ГП по плану идет. Они как бы доминируют на линиях. Ну, Акс не сказать, что там выиграл свою линию, но он и не проиграл. У него там вообще смертей нет. И спокойненько там он в лесу даже чуть-чуть подфармил. Вот сейчас тоже может голема попробовать убить. Или застакать их попробовать. Ну, здесь все убиты, поэтому стакать здесь нечего. Ну, рановато, по-моему, пошел. На 55-й вроде бы секунде надо стакать. Ну, давайте посмотрим. Ну да, Янг, видимо, не знал о том, что именно этот стак надо чуть-чуть позже выходить и пробовать застакать. Ну ладно. Ну ладно. Будет теперь ему. Сейчас он должен уточнить у команды, что же пошло не так, почему он не смог застакать. Я думаю, саппорты ему объяснят, что там таймит немножко другое на этом споте. 4-1. Ну, что там? Шейкер возвращается. King Jay кричит. King Jay решил через Аршит собираться. Ну, кстати, вот отсутствие Акса, видите, сподвигает просто команду противника выходить и бить этот тавр. Ну, просто никто не мешает. А хотя вот сейчас Сларк придет. Ну, пришел. Ок. Дальше что? Маны у него нет. Кёрс получает и будет уходить. Какой-то за тавр там как-то стоять, чтобы
Дальше. Еще сильнее. Слушайте, еще и Квапай кричит, посмотрите, что делает. Вот так вот, ну. Повезло, конечно. Очень сильно повезло Секрету. Но самое главное, что и Кенджи-то не стушевался. То есть он увидел возможность и сразу же ее реализовал. Да, конечно, жалко, что не убил Сларка. Да, ультимейт еще 2 минуты будет в откате, но попытался хотя бы. То есть вот есть жилка, знаете, такая вот агрессия, есть жилка кэрри, то есть убийцы. Мне кажется, у всех кэрри должно быть присутствовать вот что-то, нечто такое, вот знаете, как говорили в свое время про Майка Тайсон, да, инстинкт убийцы, вот что-то такое вот и здесь должно быть, что ты кэрри, ты же рожден, да, ты же пикнут для того, чтобы убивать, не для того, чтобы фармить. Ну, хотя тут у каждого, наверное, свое понимание кэрри, сейчас вот пропускает крипа, ну, такое, через Юл будет собираться и в гости к Янгу заглянули парни, здесь подцепили, будут бросать, просто... Опустили аккуратно, ну тут, тут Янг хорошо, не агрит пока, понимает, что будет погибать, нет, вот, вот оно, агро, погиб. Но тем временем тут вроде что-то намечалось, нет, ничего не намечалось. Как-то странно, Джеймс вообще не подошел, Шейкер тоже, в общем, далековато, видимо, Акс был от всех, поэтому, поэтому так, тут в невидимости бегает СФчик. Ну, вот, вот, вот и закончилась невидимость, вот и все. 10 минут у нас игры уже прошло. Вот. Небольшое, конечно, преимущество в ГП имеется. Так, что здесь, что наверху? Сларк с Квапой разбирается, но... Пока не под силу Сларку Квапу одолеть. Может быть, какой-то, если Shadow Blade появится и как-то хорошо паунчем подцепит, тогда да. Но пока нет ни Shadow Blade, да, ни там какого-то блинка или там еще чего-то. А, но вот с помощью Шейкера, ну, у Шейкера, понимаете, тоже 6-го левела нет. Да, Эхо Слэм бы очень бы даже помог как-то уж... Ну, так вот есть Фиссура. Фиссура тоже помогает. Ну, промахнулся, Секрет, ну, откровенно же промахнулся. И уходит в ультимейт. Правда, что там Джейнс пришел? Есть Dragon Slayer. Надо попробовать, попробовать еще сайленс разобрать и... Еще несколько ударов и погибнет у нас LPC. Тут Рубен, правда, приходит. Ой, хорошо, еще и Глобал. Так, ну, Салисер будет сражаться здесь до конца. Не того, правда, бил. Сам погибает, Лина тоже погибает. Ну, вот неплохо. Неплохо за своих просто парни пришли тут, вступились. Акс фармит вражеские стаки. Тайдхантер наблюдает за этим всем сверху с грустью. Но зато левел получает хотя бы. Сейчас будет 7-й. Нет, не будет 7-й. Спускается вниз. Кстати, можно через Ravage, вот он Ravage, Янга подцепили, есть слизь, так есть Юл, сейчас будет взрываться, так, есть по таймингу, хорошо, накрывает одного, сейчас уже второго, да, второго тоже забирает. Ну вот тут немножко пошло не так, как задумывалось, не думали, наверное, что у СФ есть уже Юл или что-то такое, хотя 11 минут, в принципе, учитывая, что фрифарм был у СФ и даблкил он там делал, то неудивительно, что у него Юл. Так, давайте свичнемся немножко на общую цену, посмотрите, на 12 минуте общая цена 7500, да, очень даже неплохо. Очень даже неплохо, это учитывая, что у Квапы и у Бристлбека по 4, ну, Квапы 5, у Бристлбека 400. Еще Акс у нас, блин, ну, вот и Акс с блиндаггером тоже неплохо. Тайминговый, скажем так, блиндаггер. Есть, конечно, варианты собрать даггер быстрее, но для этого надо постараться и очень много стака в лесу сделать, и, может быть, даже сразу идти в лес. Ну-ка, что по графикам у нас? Ну, вот такие графики. Небольшое преимущество у ВГП до сих пор сохранилось. Ну, в принципе, статистика на экран не вот по фрагам это отражает. Ну, вот. Очень хочется, конечно, тавер добить, но не стоит вот так вот слишком уж усердствовать. Надо подождать, пока потянется вся остальная команда для того, чтобы тавер можно было именно убить, а не чтобы он погиб, да? Чтобы там не крипы его добили, чтобы там не заденайли его противники. Здесь вот ласка в смаке, но будем наблюдать. Джеймс, Джеймс Догфайт, Янг, ну вот немножко не туда. Но они хотят в спину зайти, этот вард поставить. Это, кстати, неплохой такой мув. Тут вот пока СФчик. Вот сейчас уже пора выходить, потому что СФ бросили вперед, СФ просел, правда, Юлом он себя спасает. Ну, Акс выиграл. Запрыгнул, сагрил Бристлбека. Еще тут есть Лина. Лина стан. Хороший стан попадает. И минус Бристлбек. Еще и Фиссура. Фиссура, правда, не точно. Там что-то чуть выше. Чуть выше у нас Тайдхантер. Зацепили Тайдхантер. Тайдхантер просто дебаут. Все это делает. Лагуна Блэйд. Тайдхантер. И погибает. И он тоже. Ух. Рубен. Акс прыгает. Акс, ну... Ну и вот Акс-то может погибнуть, если Кинджи сейчас вот отменил ультимейт, понимал, что промахивается, но вот сейчас все-таки попал, прыгая дальше, Кинжальчик надо... Не получается задонать Акса, слишком далеко было, ну в общем, Янг хотя бы что-то сделал, хотя бы в размен Акса они вышли, ну-ка давайте итог посмотрим, 2 в 1. Ну и вроде бы как-то больше даже урона внесли Тонг-Фу. Но в любом случае заработали немножко денег в ГП. А по опыту ситуация не изменилась, но с другой стороны, там, я так понимаю, по опыту только лишь Квапа заработала. Окей.
Окей, на хосте, Рубик. Что придумаешь, Ксин? Ксин, что придумаешь на хосте? Может быть, в спину как-то зайти? У него еще и дабл дэмэдж, понимаете? Это прям совсем Рубик. Рубик-убийца. 68 плюс 68 дэмэджа. Ну вот не знает он, куда деть этот вот его потенциал. Бегун, скакун. Ну-ка. Вот он видел Акса, но не рискнул его поднимать. Ладно, решил тогда лучше вниз пойду на Лину. Лину я еще могу убить. Ну, спорный момент, хотя койл у него есть, это койл ближний, вот это плохо. Был бы дальний. Слушайте, ну куда же ты, Ксин? Боже, это же ночь, вот поэтому он здесь не пострадал. Так бы его убили, из вижена он, ну точнее, в поле зрения он не попал противником. И поэтому никаких там блинков, ничего такого не было. Сейчас подцепил Джеймсон, там есть Акстер, там Квапа. Ну, Квапа, конечно же, наказывает Лину. Есть сразу же перемещение от Догфайта сюда, но... Ну, как бы оно уже, по сути, не приведет к какой-то пользе. Ну, хотя просто постоит, может быть, левел получит. Окей. Самое главное, само слишком там, глубоко вот сюда, вот, допустим, не выйти, да, куда-то в эту зону. Чтоб Кинг Джей там, не дай бог, его тоже не забрал. Ну, потому что есть у него уже Аршит. И спокойно можно решить. Ну, на самом деле, тут, ну-ка, смотрим Шейка. Даже СФ, наверное, сейчас Квапа может убить, мне так кажется. Что там у Сайленсера? Сайленсер сразу решил без всяческих мидасов выходить в рефрешер. Ну окей, есть у него уже Обливион Став. Это значит, что натворс у него, в принципе, неплохой. Угу. Очень интересно. Ну хорошо, пусть будет так. В принципе, треть рефрешера есть. Еще примерно две трети ему необходимо. Так, что... Ага, вот он, блин, даггер у Сларка. Вот так, прыгает Сларк на Сайленсера. Уходит в инви, в ультимейт и тп-аут. Понятно. Ну, пользуясь тем, что сбить ему, собственно, ТП нечем, ну, разве что Тайдхантер, но Тайдхантер был на центральной линии. Вот так вот. Ну, попытался тоже, видите, попытался, секрет не получилось, но ничего страшного, потому что, как бы... Был у него запасной план, ультимейт у него там просто копеечный, 60 секунд всего лишь КД. Сейчас можно прыгать. Ну, тут некого было зацепить. Некого. Так, ну что, ну вышку наконец-то заберут. Тут с какой-то там с третьей или четвертой попытки, да, СФ он достается. Ну, хотя на самом деле это была первая, просто они так вот вокруг да около ходили потихоньку, такое точили, там как-то эту вот атаку готовили, и в итоге довольно-таки успешно просто зашли, там три удара сделали, даже никто не успел среагировать, даже глиф не прожали. Хотя могли. Ну, этот Хантер с Мека, ведь как-то так очень... Ну, понимаете, вот опять-таки, возвращаясь к драфту, если бы это был... Ну, это был ластпиком... Была, точнее, Медуза ластпиком, то тогда Мека вполне оправданный вариант. То есть вы играете на лейт, вы играете на затягивание игры. То есть вы... Ну, вы ждете, да? Вот вы ждете... Пока Медуза там станет жирной и так далее, и так далее. И Ravage вы будете использовать в защитных целях, то есть на вас нападают, вы даете Ravage там и так далее. Ну а сейчас вроде как надо более агрессивно играть, потому что лейта, ну по сути лейта здесь нет. Да, Deadhunter с рефрешером в лейте очень сильный, в принципе Bristleback тоже плотный, там и Квапа тоже может себе рефрешер собрать и Аганим. Но все равно с руки никто не бьет, то есть очень много магического урона, там есть даже чистый урон. Но вот как пробивать потом СФа и Сларка, еще не совсем понятно. То есть я за то, чтобы этот Хантер все-таки собрал блинк и вырывался. Но может быть как-то сейчас пойдет, что-то изменится в игре и блинк у него сам собой появится. Вот сейчас появляется Мека. Так, подождите. Это Аегис для Бристлбека. Ну, это что-то интересное. Обычно отдают Аегис какому-нибудь ганговому персонажу, ну вот на такой стадии, то есть, допустим, в той же Квабе, чтобы она могла там пойти какой-то ганг совершить. А если вдруг у нее пойдет что-то не так, что за время, там, пока ее будут убивать, можно было бы потянуться всей оставшейся команде, попробовать ее спасти или даже еще и хорошо подраться. Где-то Сайленсер погиб. Ну, тут его приговорил СФчик.
Окей, есть фортификация. Ну вот, ну хорошо, Дэдхантер подходит, показывает, что он сейчас может ревать ждать. Окей, там еще квапает. Ну, нужны какие-то ТП, но никаких ТП нет. И, в общем-то, вышка еще одна падает. Еще одна в копилочку СФ. А ну-ка, давайте проверим, где там СФ у нас. Башен, да, две вышки убил СФ. Кстати, еще одну убил... Кто? Еще одну убил Сларк. Ну, кстати, вот он Даггер. Вот он Даггер. Дэдхантер, что мы говорили, решил все-таки он... не покупать Мекку, да? То есть, как-то что-то непонятно. Странно. Ну, ладно. Окей. Окей, хорошо, тоже, в принципе, мув. Ну, во всяком случае, с точки зрения вот той логики, что надо врываться именно сейчас, но сейчас какой-то наводить шухер на карте, это даже очень неплохо. Потому что у врываторов, ну, по сути, не, ну, квапа, понимаете, у квапы одна проблема. То есть, если она врывается, то она очень даже может сильно пострадать. Да, у нее есть оршит, она может там на кого-то его набросить и заткнуть. Таким образом продолжить сражение. И ее просто будут бить с руки. Но даже если ее будут бить с руки, вот тот же SF, у которого 83 плюс 96, и тот же Сларк, который еще и с руки будет красть у нее атрибуты, это очень ей неприятно. Поэтому она бы, наверное, не хотела так просто врываться вот прям первой. Лучше бы, чтобы Тайдхантер только на себя удар принял, там, или что-то такое. Ну, посмотрим, посмотрим. Парни пока готовятся напасть на... Не готовятся, Сларк ушел. Странно, странно. Я думал, что будут как-то на Т2, может быть, какую-то проявлять агрессию. Но, вы знаете, может быть... Может быть, что? Может быть, они боятся Аегиса. Ну ладно. Ой-ой-ой, Джеймс зашел на хайграунд. Но каким-то образом выжил. Вот так еще и поцелил его догфайт путем того, что бросил. Он просто фиссуру отрезал противников. Ох, простите. Ну, на самом деле, прям не то чтобы в рубашке родился Джеймс, ну как-то вот... Могли его, конечно, наказать там, но не потратили там каких-то дополнительных скиллов, там, реведжи и так далее. Ну, может быть, это было бы глупо, на самом деле, в Лину давать реведж. Хотя, с другой стороны, а что, ждать просто пока там... Пока что, пока на блюдечке просто пятеро придут тебе и прям станут в кружочек, чтобы там ты их как-то... Не знаю, мало того, что реведж дал, так еще и инкерсмешем по пятерым попал. Ну, ладно, в общем, логика все-таки есть в этом какая-то. Не стоит разменивать реведжи на Лину, потому что противники-то поймут, что там реведжа нет, пойдут в атаку, в общем. Такое. Лучше, конечно, разменять на двоих или там на троих этот реведж. Так, так как отступают. Отступают просто прям так вот, типа, ауту, блин, кив. Не хотят попадаться, а придется. Посмотрите, вот, вот сейчас реведж точно можно использовать. Ну-ка. Реведж! Ай-яй-яй-яй-яй! Как же вовремя сыграл СМ! Хорош! БКБ прожал и... Вот так вот не прокликали, не прокликали. Я просто в лицо рассмеялся. Просто рассмеялся в лицо. Эх. Ну. Хорош. Ну, тогда хотя бы тавер мы заберем, говорят Тонгфу. Тогда хотя бы тавер, ребятушки. Тогда отдайте нам тавер. Мы заслужили все-таки, ревеч потратили. Так, вот она, Мекка. Подождите, что я... А, Мекка у Бристлбека. То есть, Тайдхантер тогда, получается, хадреску он собирал для чего? Для... В общем, ладно. Непонятно. Ну, может быть, они как-то решили, что все-таки надо блин к Тайдхантеру, и тогда вот там Брис говорит, ладно, я соберу Мекку, что-то такое. Слушайте, ну пока как-то совсем все у Тонгфу плохо с вот с их пиком, ну, потому что и Брис вроде как не дамажит и не догоняет, Саши Яши у него нет, БКБ у него там тоже нет, каких-то башеров там и Кирас опять-таки не предвидится, есть у него Мекка ПТ. Вот этот Аегис, которым он уровнем что-то ничего не может сделать. Я говорю, вот реально надо было отдать этот Аегис Квапе. А возможно, Квапа бы там хоть кого-то пошла бы, могла найти. Ну, сейчас еще у БКБ у Сларка будет, тогда пиши пропал. Так. Ой, запрыгивай, так сагрил просто Бритлбека. И сразу же парни БКБ прожали, глобал, правда. Но, слушай, нет, и уходит, неужели ты уйдешь-то? Нет, не отпускают, не отпускают. Но, правда, БКБ вынуждены были потратить. Слушай, там прямо Аеги, что ли, пропал по таймингу? Вот это да. Вот так вот. Да уж. Ну что ж, не повезло. Как-то долго думали с этим Аегисом, в итоге ничего не придумали, никак его не реализовали. Есть глиф. Однако, это всего лишь на 5 секунд отсрочит смерть этого тавера. А он погибнет в любом случае. Здесь же Квапа, конечно, сама в соло не сможет тавер забрать, да, но она максимально в этом сейчас надамажит. Хотя, вот если сейчас никто ТП туда не сделает, она таки тавер заберет, делает ТП-шейкер. И
еще и Акс. Ну, да, все-таки надо Тавр защитить, не стоит вот так вот отдавать. ВП даже, ну, то есть теоретически можно было пойти вот сюда на хайграунд зайти, но пока бы они шли, пока бы они там били Тавр, КВП бы все равно Тавр здесь забрала. Так что да, все-таки надо подсейвить, я так думаю, свой Тавр. В общем-то, ВГП именно так и делают. 482 яростных фаната команды Тунгфу сейчас наблюдают за тем, как графики устремляются вверх. 7500, а здесь даже больше, 46 на 37, практически 10, то есть 9000 преимущества. Ну, вот 9 там почти 10, вот сейчас 10, да, без 100, то есть 9900. Да и Шейкер-то, посмотрите, Dogfights уже практически там с даггером, да, то есть, ну, на самом деле это неплохо, да, не самый там тайминговый даггер, но, с другой стороны, пользы от Шейкера в этой игре очень даже много. 1-1-3 у него статистика, да, крипов он не убивает, вот сейчас бы как-то ему чуть-чуть подфармить, и можно было бы, кстати, вот смотрите, раз и два, агрессивные варды там что происходит или не происходит. Ну, там просто секрет был на передовой, поэтому показалось, что, возможно, он кого-то будет цеплять, прыгать и убивать. Но нет, ну, тут, на самом деле, может, СС-чик за... Да, так, и БКБ, и просто взрывается. Слушайте, отменил. Отменил ультимейт, решил, что он и так, на самом деле, может, Рубена забрать, да. Почему бы нет? Ну, БКБ, ну, вот видите, вот даже в такой ситуации, даже для того, чтобы забрать Рубенчика, используют БКБ, да, там был Тайдхантер, и... Ну, вот, а многие наши команды просто забывают, просто прыгают там и БКБ прожимают, когда уже там в них дали рэвидж, какой-то стан получили. А вот здесь вот заранее. Ну, Тайдхантер видит Тайдхантера, можно что-то сделать. Ну, типа, ну, так делайте или нет, ну, ждут или что. Решили, наверное, что не смогут Тайдхантера быстро убить, он рэвидж все равно прожмет, а БКБ там СФ уже прожимал сам, поэтому не стоит вот так вот отчаянно врываться туда. Ну, то есть погнаться за Тайдхантером, отдаться втроем, там, четвером, не самое лучшее решение. Хорошо. Так, королева бежит назад. Нет, не бежит, говорит, ну-ка, секрет, ну-ка, аршидик словил, дружище. Убегает, так, ВБ кричит, ну, просто отогнал, а Сарк, видите, спокойненько уходит назад. Крипов, конечно, подфармит, но у Сарка сейчас проблема в пуле жизни, жизненном пуле, здоровья маловато. 1300, у него, да, есть БКБ, да, есть блинк-даггер, да, он мобильный, да, он верткий, юркий, но ХП маловато. То есть вот в активном сражении, таком вот обменом ударом, в обменных ударами он не слишком будет силен, ну, хотя у него есть ультимейт. Ну, посмотрим, там просто по площади есть парочка скиллов, которые, в общем-то, действуют. У Тайдхантера рэвидж, там у Квапы тоже есть сайленсер, так что даже в ультимейте не может Сларк себя чувствовать в полной уже безопасности. Надо как-то аккуратно играть. Аккуратно. Странно, вот, что придумали Скади, что это как будто бы вот, нож или кинжал. Мне всегда казалось, что Скади это какой-то... ну, там, типа, или амулет, или там какой-то вот орб, ну, какой-то шар, там, я не знаю, который там вокруг вас крутится, вот что-то такое. Ну, никак уж не вот такая вот штукенция, которая в руке у Сларка. Не кинжал. Ну, ладно. В принципе, фантазия. Фантазию никто ничего не ограничивает. Кому-то кажется, что это там глаз, шар или там еще что-то. Кому-то вот что это такой кинжал. Может быть, Скади выпустят еще какую-нибудь вариацию Скади. Так вот, Секрет хочет на Квапу, но рановато он Дарк-Пакт прожал. Так, и вот нашли его, Аршит повесили, БКБ вынужден Старк прожимать и убегать. Ну, он ТП, вот просто сделает Квапа, да, решила, что может быть убьет, но нет. Но нет. Ну, Кинг Джек, как вы видите, не стесняется использовать ультимейт, постоянно прожимает их. Ну, а почему бы и нет, как бы, а вдруг, а вдруг. Вот тот самый инстинкт убийцы. А Ганимчик, да бы ему тогда вообще можно эти ультимейты не считать. Ну да, Ганима тут... Что, в Куре-то что-то есть? Ну, в Куре ничего нет, то есть да, Ганима еще довольно так не близкий путь. Так, прыжочек. Ух, что ж такое-то, не получается. И БКБ проживает Брисселбек, но теперь гонит назад и Джеймса, и Секрета. Ну, в основном, конечно, от Джеймса, потому что... Ну, а сейчас БКБ-то закончится, а что будешь делать? Вот там Тайдхантер за спиной, ладно. Есть глобал, почему глобал? Глобал, что случилось? Что произошло? Нервничает сайленсер.
Ну, ладно. Так, вот СФ на ход прыгает. Будет взрываться или нет? Да, взрывается. В Рислбэк, а тут правда Тайт Хантер пришел. Там же БКБ не получается просто. Ревэдж дай, ну когда же в конце концов закончится это БКБ? Ну-ка, вот заканчивается БКБ. Поцепили, просто будет бросать назад. Акс тоже БКБ. Ревэдж есть, но Акс зашел. Ой, Рубен-то украл, хороший украл ультимейт. Но сам Рубен погибает. Нет, чужие отсеки проживают. Вот только сейчас прыгает, взорвался. Еще разочек, Тайт Хантер. Один в один пока размен. Тайт Хантер на блинке уходит в леса. Секрет в ультимейте тоже бегает. Ну вот. Так вот, ну, просто красавчик, просто шикарно. Шикарная игра. А, ну-ка, покажите там итоги боя. А, заработали 1400 монет. Тайдхантер больше всего, опыт тоже нормально. Урон нанесли меньше, конечно, но Рубен 1700, потому что дважды он там реквием. Ну, смотрите, сколько реквием урона, да, было нанесено очень много. Хорошо. Ну, пожадничал, сейчас откровенно пожадничал СФ. А, так, а вот Эхо Слэм, хорошо, еще и с Ларком запрыгал. Лина сдула, вот еще Фиссура, да, попытается сейчас Бристлбэк навязать какое-то преследование, но его садят на стан, БКБ он тоже прожимал. Так, БКБ Секрет тоже сбрасывает его на Аршит. И бегут назад, потому что нет. Шейкера, конечно, придется отдать. Окей. Шейкера отдают, но остальные парни убегают. Остальные парни уходят безнаказанно. Ну, кстати, вот еще 1000 монет. А, нет. А, тут же был размен на этот, ну, так, в общем. При своих остались обе команды. Ну, вот смотрите, сейчас тут КФУ все-таки могут как-то отбиваться, да, то есть что-то получается. И Ксин хорошо играет, и вот все-таки если бы, мне кажется, был бы какой-то хардкерри, вот, ну, пусть не Медуза, хорошо тут. Ну, какой-то Void, может быть, или... ну, что-то вот такое прям совсем, что можно назвать хардкерри, то было бы гораздо больше шансов у Танкфу заточить эту игру. Ну, а сейчас как-то вот на самом деле призрачно их шансы выглядят. Хотя, с другой стороны, 30 минут, у них еще тавр даже один внешний есть, там еще Рошана можно попробовать забрать. Они, кстати, забирали именно они. Тайдхантер, посмотрите, с рефрешером уже практически, а что с Алисер? Ну, Тайдхантеру до рефрежа 1400, а вот с Алисер гораздо больше. Так, Лина там юлит квапу, но, возможно, она не... Ой, там же гем, надо спасать, хорошо. БКБ квапа, все БКБ есть глобал. СС-чик просто с руки забрал квапу, королева погибла. А теперь надо что-то Бритцлбеку делать, ну сейчас тут просто его разберут вчетвером и разобрали, убили. Ну, и вот так вот неожиданная погоня за Линой обернулась смертью двух ключевых персонажей у команды Тунгфу. Ну, у них на самом деле 4 ключевых, да, то есть все очень много зависит от Сайленсера, от Хантера, Квапа и Брис, но двоих они потеряли. Наверное, равноценны по значимости эти персонажи, потому что, ну, если не будет Реведжа в файте, или там Глобала не будет в файте, или Бриста, чтобы танковать, ну, вы сами понимаете, чем это все закончится. У СФ уже есть Скади. Ну, оно, по-моему, еще было в том моменте, когда вот здесь вот он погибал. Помните, вот он там как-то бил здесь спину Бристлбеку, в итоге у него там закончился БКБ. Так что такое? Пока рисовал, Тайдхантер погиб. Куда ж ты полез-то, дружище? Еще один ключевой персонаж. Ну, тут все ключевые персонажи, ну, кроме Ксина, но хотя Ксин тоже, на самом деле, не сказать, что там пасет задних, потому что, ну, вот чего только стоило того, что он там реквием украл, просто в толпу такой, реквием. Ок, нарашал на этот раз ВГП. Приходят. Ну, деваться Рошану, конечно же, некуда. Приходится сражаться, погибает он. Сларку отдается Аегис, у Сларка Монтастайл для того, чтобы сбрасывать Глобал. В принципе, неплохая тема. То есть БКБ прожал, зашел в сражение. Ревич не страшен, если есть Глобал. Прожал Монтастайл. Дальше какие-то скиллы используют. Так, Лина ставит на стан. Окей, Турбен вперед. Ну и что, еще подцепили на ветра. СФ БКБ взрывается в лицо просто Ксину. Ну, конечно, делать тут нечего. Пришлось мгновенно умереть. Аганимчик у Акса. Вот так вот. Ну и вот что. И смотрите, не боится просто секрету, потому что у него Аегис, да. Остается здесь, правда, один. Может спуститься на лоу-гранд. Спустился уже дальше. Прыгает. Уходит. Еще Фиссура там Докфайт подсейвил немножечко. Ну и затишье. И затишье перед бурей, потому что буря... Вот она, буря-то.
посмотрите на эти артефакты, разве это не буря, а на Сларка посмотрите, 2,5, там его Башер может приобрести там вместо Аквилы, кстати, вот прям если продаст, то и 500 монет получит, как раз ровно на Башер у него будет. Ух ты, запрыгивает на Салисера, хорошо, Салисер не знает, что делать, просто погибает, Глобал так и не использовал, так, Сларк ВКБ прожал, есть, Ревеч не будет использован, Ревеч не знает, что Дайдхантер делает, Дайдхантер просто погибает, вот здесь вот еще Квапа кричит, хорошо, Квапа-то ультанула, но сейчас все избивают этого самого Бристлбека, Бристлбек тоже погиб, казнит его, Акс, и Квапа уходит там под тавер, Рубен, минус Рубен, GGVP, троих убил, Секрет, неудержим, на Фатан побежал. СФ. Да уж. Ну вот так вот. Вот таким вот образом первую игру в ГП в свою копилочку сложили. И молодцы, молодцы. В принципе, если так и продолжат, то у нас с счетом вообще 2-0 может закончиться эта встреча. Ну, мы посмотрим, друзья, как оно будет дальше. Сейчас же мы с вами уйдем на небольшую паузу и вернемся в эфир через некоторое время. Не переключайтесь, будьте с нами.